Имущество и банковские счета братьев Клюевых арестованы не только в Украине, но и за рубежом. Об этом заявили в Генпрокуратуре в ответ на запрос одного из интернет-изданий. Правда, в ГПУ не уточнили, в каких именно странах и на какую сумму арестовали добро бывшего секретаря СНБО Андрея Клюева и его брата нардепа Сергея. Они оба объявлены в розыск. Напомню, Андрея Клюева ГПУ подозревает в препятствовании проведению митингов в 2013-м, а также в присвоении средств в особо крупных размерах. Сергея Клюева в мошенничестве и завладении чужим имуществом.